Дёрф Продакшн представляет. Внимание! Данное видео не предназначено для детей, беременных, лиц с психическими расстройствами, беременных детей, беременных лиц с психическими расстройствами и просто неженок. Да похуй, бля! Всем привет, дорогие друзья, с вами Ваня Крикёрф. И сегодня... мы опять возвращаемся в Among the Sleep. Мне достаточно страшно здесь, потому что тут писк какой-то, писк, как будто эта тёлка до сих пор рядом. Я боюсь очень, что она будет тут на самом деле, и для меня это очень страшно, я хочу сейчас посмотреть. Но меня этот писк пугает. Выйти чуть-чуть вперед и посмотреть. Я думаю, нам вперед надо. Думаю, нам надо вперед. Ох, ёб твою мать! Ох, ёб твою мать! Нихуя себе она в натуре тут, блядь, пиздец! Ебать, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она такая красотушка, красотка, блядь. Смотрите-ка, я первый раз ее вблизи вижу. Вот это нифига, но здоровенная в натуре, да? А куда нам надо? Нам надо пройти вот сюда, вперед. А мы можем под шкаф залезть. Это круто. Где она? Так, в воду нам нельзя. Я так думаю. Бля, я боюсь куда-то в сторону отходить. Я не знаю, куда мне пойти. Она меня сейчас за попец так схватит. Трава. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Главное не паниковать. Главное не паниковать. Уф, я прочитал все ваши комментарии, дорогие друзья. Да, буду продолжать, наверное, старые игры. А Dreadout реально она однообразная. Че продолжать-то? В этом смысла вообще нету. А где эта тёлка-то? Хотя бы знак подала, где она. Так-то непонятно нифига. Куда мне идти-то? Я не понимаю, ребятки, на самом деле. Что делать-то? Куда идти? Ёлки-палки. Я сегодня, блядь, неудачный день на работе был, короче. Во-во-во-во-во. Ладно, спокойно, она нас под шкафом-то не достанет. Не достанет, сука, под шкафом. Не достанет, сука. Сука, неудачно, блядь. Я, блядь, немного злой. Ладно. Сейчас, короче. Она должна уйти рано или поздно. И мы посмотрим. Да, она все ушла уже, наверное. Бля, вот это уже опасно на самом деле. Потому что она вот сейчас вот где? Мы не знаем, где она. А я сейчас вот хожу вдоль этой речки и не знаю, куда деваться. А куда мне деться? Кстати, вот я хоть, если рассказать подробнее, как вообще я этим занимаюсь. Это на самом деле каждый выпуск для меня, это вот я смелости набираюсь. Сажусь и просто набираюсь смелости, чтобы вообще что-нибудь записать. Потому что мне реально хорроры вообще дико пугают, это дико вообще. Просто ужас. И что еще? Вот. А так я постоянно, когда сажусь писать, до того, как меня сильно напугать, я очень волнуюсь и не знаю, что говорить. А когда меня уже сильно напугает, я просто автоматически начинаю всякую херню нести. А пока я просто не боюсь сейчас выйти и не знаю, куда мне деться. А я вижу дощечку, по которой я могу пролезть. А если она сейчас появится реально? Что я буду делать, если она появится? Я не знаю, что я буду делать. Но я побежал все-таки. Все-таки я побежал. Так, я вроде пока спокойно прошел. Спокойно пробежал, но я слышу какие-то. Опаньки, ебать! Привет, леди! Как дела? Еще не родила! Давай пиздуй отсюда! Опаньки, нифига себе! Нифига себе! Она просто плюхнулась в воду, испарилась, и я не знаю, что она сделала, но она исчезла. И пока она не появилась, я, короче,
не буду тормозить и побегу вперед. Потому что это опасно на самом деле стоять и тормозить. Пока ты стоишь и тормозишь, она как цапнет, цапнет, и все. Ты уже никуда не денешься. Ты уже. О, не тормози! Воу, смотрите! Я О, воспоминания! Я, по-моему, прошел. Я, кажется, прошел. Сейчас, сейчас. Бля! Слышите сзади? Я под кровать нахуй лезу. Я сначала под кровать. Я слышу какой-то писк. Опять она. Она идет сюда! Да, бля, я угадал! Не зря, не зря, не зря. Давай, давай, ты меня не даст. Воу, 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 воу! Я шучу, шучу, шучу! Пожалуйста, не трогай меня! Я просто пошутил, ебать, выглянул просто на секунду. Каким, видели, какими глазами она на меня смотрела? Просто она аж охренела от моей наглости, походу. Ого, она ушла. И надеюсь, больше не вернется. Потому что я открою щель и пролезу туда, куда мне надо, и больше сюда не вернусь. И буду очень счастлив. Все, 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 все. Ура, маманька, я пришел к тебе. Книга, слушай. Они не слишком долго копали, и начался дождь. Скорее вылезай, иначе опять будут неприятности. Видишь, зайчонок вылезает из ямы. А, ага, все, все, вижу, 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 вижу. Да, вижу, вижу. Быстрее отсюда надо валить. Слава богу. Слава богу, хоть эта часть закончилась, а то я уже так запарился ее проходить. Это ужасно страшно на самом деле. И наконец-то мы сейчас появимся опять вот около домика. Я так рад, что мы выбрались. Да, и не представляешь, как я рад на самом деле. То существо я ничего потом никогда не видел. Ну, что с нами что-то случится. Да, она на самом деле страшная. Для ребенка действительно это вообще уже слишком. Для ребенка это очень страшно. Я, даже я не могу выдержать ни один взрослый, я думаю. А ребенок-то. Мишка, ты опять слез с меня? Ты бы хотя бы предупреждал бы. Да, давай воспоминания, как обычно, сейчас сделаем все по-быстрому, ребятки. Опаньки. Опаньки. И готово. Опаньки. Поехали. Так, все. У нас еще. Ну, третья глава. Мы приближаемся к ней, я чувствую. Ёлкин-палкин, блять, достал! Застрял наушник. Все в порядке, если тебе нужно обнять, я тут. Ой, какой ты милый! Залезай! Залезай, обнимашки! Ла-ла-ла-ла-ла-ла, видимо, у нас нет выбора. А интересно, что будет дальше? Дальше еще что-то еще страшнее будет, если уже на второй главе такая байда была. Что будет? Третий, четвертый? Ух, захватывает дух. Да, ребятки, ребятки, ребятки. Опасненько, опасненько. Но на самом деле особо сильно эта дамочка не пугала. Особо сильно она не напугала. Потому что она просто ходила мимо, и от нее довольно легко было сбежать. Ой, я сейчас договорюсь, блядь, и будет мне вообще пиздец. Чую. Ого. Куда мы попали-то? Я боюсь такую же хуйню. Шкафы какие-то. Что-то скрипит все. Блин, слушайте. Бля, пиздец, ребятки. О-о-о. Что это такое? Что сейчас будет? Ребятки, скажите мне, где я? О боже, нифига себе, вот такого я точно не ожидал. Что мне делать-то? Я на самом деле что, ожидаю сейчас чего-то и боюсь очень. Ой, страшновато. Опять какие-то звуки. На платье какие-нибудь будут гоняться или что? Или дальше эта тёлка будет продолжать?
Бля, меня эти платья пугают, пиздец. Ребятки, на самом деле это страшно. Я боюсь, что вот эта хренотня... Твою мать. Что-то у меня наушники уже падают. Вот эта хренотня, я боюсь, оживет. Какой тут монстр будет? В третьей главе-то. Я не пойму. О, это та хрень. Может ее открыть? Тихо, тихо, тихо. Такие звуки просто. Тут, кстати, это игра, в которой просто целое изобилие звуков. Ого! Ничего себе. Ничего себе. Вот это да. Вот это да. И, типа, я надеюсь, она все будет так стоять на месте, да? Ну, конечно, нам надо по ней пойти. Ой, мне показалось, что... А, она туда-сюда. Мне показалось, что она, блядь, задвигается обратно. Я не знаю. Я не знаю, мне стрёмно, я сейчас... А, боюсь... Бутылочка... Бутылочку мы отодвинем. И тихо пройдем назад. Хотя почему тихо? Дайте я хочу, короче, бутылку пнуть. Короче, хочу ее кинуть туда. Фью, ебать! Чего? Бля! Я, по-моему, это зря сделал. Я, по-моему, зря это сделал. Воу, воу, воу! Воу! Бля, я побежал нахуй. Ребята, я... Ну беги, малыш! Ебать! Я отвечаю, что-то стрёмное произошло. Зачем? Вот я мог обойти эту блядскую бутылку. Зачем я всунулся? Зачем я кинул ее? Блин, просто облом огромный. Я не знаю, что у нас тут под столом есть? Картиночки есть. Это что, это бабайка или мама? Нас пугает, я не знаю. Интересно мне. Тут есть что-нибудь интересное? Что это? Какой-то член, какой-то пенис. О, это слишком пошлые, слишком плохие шутки для детской игры. Мне даже неприятно. Ладно, поехали дальше, короче. Я боюсь, на самом деле, идти вперед, и мне очень стрёмно. А вдруг там что-то будет? Я возьму свой мячик, как в Форесте, короче, и убью птицу. Сейчас, сейчас, сейчас. Мячик, стой. Сюда залезаем, короче, и берем с собой его. Вот ненавижу, когда мигает лампа. Это вот вообще просто. Зря я тебя кинул. И он, ты, я еще и нашумел. Смотрите, что тут есть. Это... Нифига себе, это фотографии типа родителей. Знаете, обычно раньше такие были. Рамочки на двоих. Да и сейчас есть. Но там какие-то странные черно-белые фотографии прям нарисованные. Да, ну или это ребенку так кажется. Бля, 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 сколько тут... Отвечай, тут звуков просто море. Я открою дверь. И посмотрю, что за хренотня тут. Это музыкальная шкатулка. Блин, а как фонарик? Все, фонарик у нас есть. С фонариком все в порядке. Просто пустая комната. А если я... Со шкатулкой, если сейчас нажму, кто-нибудь появится, да? По-любому, по-любому, всегда так. О, нет. Блин, стало еще темнее. Ну, я получил достижение, ура. И да, я еще не выздоровел. Смотрите, там опять сапоги эти. Я сначала издалека подумал, чьи-то ноги. Ребята. Бля, мне не нравится этот звук. Что это было? Это я спиной дверью скрипнул или что? Мне очень страшно, но я надеюсь, вы слышали это. Потому что это жесть как стрёмно просто. Это очень стрёмно. Я даже не знаю. Я опасаюсь идти вперед, на самом деле. Хоть тут... Воу, ебать! Я обосрался, по-моему. Твою мать! Твою мать! Твою мать! Твою мать! А что это было? Я даже не разглядел монстра. И где он? Блин, я отвечаю, ребята.
Я лучше пойду стоя, медленно, но с фонариком. Я отвечаю, ребят, это так страхово. Где? Что было-то? Тихо, тихо, тихо. Блять, сколько звуков! Картинка что-то показывает. Блин, я боюсь на самом деле. Давайте я спрячусь, короче. Да ну нахрен. Спрячусь, и на этом мы на сегодня с вами закончим. Потому что я достаточно уже попотел. Ого. Так это просто черная бабайка уже. Фантазия кончилась. Ну ладно, но это она тоже страшная на самом деле. Если на... Главное, как напугать, а не как выглядеть. Ладно, короче. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ничего не бойтесь. Всем удачи. И всем пока. Воу. Пиду-пиду-пу. Я не знаю, что сказать в конце. Пока.